стоит в темной подворотне. Почему-то через нее решил я срезать путь. Шел я не спеша, думал о работе. И тут со мной случилась такая жуть. На меня напали три бандита. У двоих были ножи, у третьего пистолет. Я подумал, у меня два кредита. И толку от меня у них точно нет. А еще у них были два чемодана. Там говорят много золотых монет. Говорят, нам надоело жить обманом. Забери их у нас, но я тут же сказал нет. Еле убежал от них. Мне не надо денег, мне не надо денег, мне не надо денег, деньги это зло. Мне не надо денег, мне не надо денег, мне не надо денег, деньги это зло. Еще был случай, и тоже ночью. Решил пойти с работы теперь дальним путем. Нафиг эти подворотни, но в общем, короче. Иду такой один, не думаю ни о чем. Вокруг ни души, отражаюсь в витринах. Аптека, улица, фонарь, банкомат. И тут вспоминаю, вот я кретин же. Кто за меня в банк будет кредит отдавать? Я вставил карту, набрал пин-код. А там что-то замкнуло, и он начал отстреливать мне деньги в живот. Смотрю, как сыпятся деньги, и думаю, может, я сплю. И решил вызвать на помощь полицию. И они спасли меня. Мне не надо денег, мне не надо денег, мне не надо денег, деньги это зло. Мне не надо денег, мне не надо денег, мне не надо денег, деньги это зло. Один прекрасный день, точно не ночью, на небе не облачно, ясный приясный день. Гуляю и смотрю, люди вокруг озабочены. Я понял, что им улыбаться в рот старень. Мимо проезжают, не вызывая зависти, счастливые обладатели личного авто. Но и у них на лицах не видно особой радости. Я подумал, что со мною что-то не то. И вдруг прямо с неба деньги начали падать плотным потоком, прямо дождем. А люди стали злые, стали за них драться и плакать. А я шел спокойно, укрывшись зонтом. Потому что мне не надо денег, мне не надо денег, мне не надо денег, деньги это злой.